Вечер. На смену циклону приходит антициклон. Этой ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер умеренный, восточных направлений. На побережье с порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха на большей части территории страны плюс 1, минус 4 градуса. И только на побережье Курзема немного теплее, плюс 2, плюс 4. Днем под влиянием области повышенного давления облачности будет становиться все меньше, и осадков в Латвии не ожидается. Максимальная температура воздуха 0 плюс 5 градусов. В Риге этой ночью возможен небольшой мороз, температура около нуля и без осадков. Днем в столице выглянет солнце, и воздух хоть и немного, но прогреется до плюс 1, плюс 3 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Наш выпуск новостей подходит к концу, но мы продолжаем следить за событиями в Латвии и в мире. Завтра в 7 утра в эфир выйдет программа «Сегодня утром». Не забудьте включить телевизор. Хорошего вечера и до свидания.